Признание на всю Россию получили воспитанники общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани». В областной центр из Белгорода они вернулись с финала фестиваля конкурса «Туристический сувенир». Ивановцы презентовали строгому жюри изделия ремесленно-творческой мастерской в двух номинациях: «Сувенир региона», «Тканные браслеты родной город» и «Сувенир события», «Кулинарные лопатки», на которых с любовью рисунки выжигали особенные ребята. Ивановская делегация представила на конкурсе всех людей с ограниченными возможностями здоровья. За участие и волю к победе ребята получили специальную награду за инновации в создании сувенирной продукции. Кулинарные лопатки, приуроченные к событийным фестивалям, очень понравились участникам и организаторам. Напомним, в конкурсе было заявлено 17 регионов. Конечно, наша ремесленная мастерская не может похвастаться большими масштабами и никогда не будет выпускать много такой продукции. Но, поговорив с организаторами фестиваля, мы убедились, что они поддерживают идею создания таких мастерских, согласны с необходимостью существования таких мастерских и с тем, что они должны поддерживаться администрацией и бизнесом.